Вон какая жука. Две жуки. А я что-то даже не знаю, что за это. Модель такая. Борис. Какой-то Борис. Филипп? Филипп Борис что-то такое есть, да? Нет? Они знают, чем вызывать людей. Айси. Ты снимаешь? А? Да. Мы добрались Форт Галле, как местные говорят, Форт Голь. К 10 часам утра. Жара стоит такая, что ощущение, что где-то 36-37 градусов точно есть. Вообще здесь интересно. На самом деле, по-моему, по старой Европе гуляешь. В общем, все бы прекрасно, если бы не болезнь. Обгореть опять красными полосами. Если бы не такая дикая жара. Там 25 градусов, кучки, вообще будет прекрасно. Ну нет, пускай даже жара, но если бы не обгорали бы. Хотя можно распустить рукава, он будет вообще полный ад, Израиль. Спотеем там, упреем, там, не знаю, так, рубашки все мокрые. Ага. Сейчас немножко солнышко скрылось, уже чуть получше. Хотя это обманчиво, все равно обгорает. Смотри, налево, направо. Здесь кругом одни свиньи, но сейчас магазинчики уже пошли. Старых, да? Катя предлагает good morning. Катя предлагает с утрецам катить ватчелло, говорит, чтобы веселее ходилось. А лучше, говорит, текильцу прям полбутылочки садись. И пивком шлифануть, с тепленьким. Какой это хоспитал? Так, ты, значит, пишешь? Пишет. Контора пишет. Ой, ничего, скользко. Он меня змеёй назвал. Точно повезло. Идем на дорогу. Удобный. Нет, я туда не буду ходить.
трудно быть туристом. То, что еще какие-то там блоги писать. Просто так вот походить уже. То жарко, то холодно, то пить хочется, то кожа сгорает, то скользкий труд. Подобных странах, то же самое, что в Индии мы ездили. Сколько там? Мы 10 дней, мы ничего не делаем, просто глупо сидели на пляже, все. И только потом появляется какой-то интерес куда-то сходить, когда более-менее климат адаптируешься. А тут как адаптируешься, все, уже улетать надо. Да, короче, на адаптацию минимум неделю нужно. Да лучше всего две. А лучше две. Да, а потом недельку-полторы уже по достопримечательностям поездить, по историческим, по всяким местам. А так вот какое-то издевательство над собой. Вон так вот свеженько, по-моему, делает. Я не хочу сегодня фреш джус, я хочу сегодня воды. Кисонька, не остыкись. Первую кошку, которую я вижу близко. Что-то ей, мне кажется, нехорошо. Да, какие-то местные животные, кошки, собаки зашуганные. Сидит она странно. Уставшая. Их тут гоняют, их тут не любят. Какой сезон? Вместо Анамки. Мадам купила сегодня амбреллу. Но это маяк построили. Камера ровно стоит? Это все хотя, ну да, относительно. Длинное видео получится. Порезаем, да. О, панамки, ты глянь. Цел полян панамки. Ты, правда, снимаешь в основном свой затылок, а так ничего. Гоу! Бич! О, нет, я собрать хочу. Все, погнали. Ты что, видел что ли? А? Ты видел? Ну просто будет под пляж. Ну я поняла, причем на грязных.